Да, думаю. Я думаю, что сегодня очень жарко. Или будет жарко. Там... Вот, мы выбираем отель. Здесь мы остановились, рун мангат. На ресепшене никого нет. Мы заехали поесть. Ма заказала какие-то блюда. Здесь курица в супе, а здесь, как это было, Ма? Яйца, сваренные в моче молодого ягненка, да? Далее. Боже мой, варенье, что ли туда положили? Такое сладкое. Хочешь попробовать? Нет, спасибо. Я не хочу. Ладно. Что-нибудь съедим. Так, ну вот, наконец-то мы собрались. Начинаем. Приступай с этого. Это сладкое, это как десерт. Давай, ешь это. Это очень вкусное блюдо. Это же в моче. Национальное панганское. Это же в моче. Так? Я не хочу моче. Да не сварено они в такой моче. Ешь давай. А можно потрогать? Конечно, можно даже съесть. О! Я хочу пойти. А, на первом этаже или на втором? Okay. А как ты думаешь? Как думаешь? Okay. After me? Как ты думаешь? After you. After you, да, darling. Yeah? Вот, в том отеле не было мест. Приехали в другой отель. Сегодня на острове какое-то пати. Не full moon party, а какое-то другое. Ну и все равно наплыв, посетители. Нет гостиниц, в гостиницах нет. Есть гостиницы подороже, но мы решили, что лучше мы потратим наши деньги как-нибудь поинтереснее. Да? Ну что там гостиница, в принципе, только вещи кинуть и переночевать одну ночь здесь, или две там, или три максимум. Ерунда, правда? Угу. Пляж рядом, море, вот оно, в двух шагах. Да. Мотоцикл везде поставить. Рядом кафешка, ну вообще нормальное место, мне нравится. Водичка, рыба, вон, смотри, какая рыба, ты видишь, какая рыба? Да, я вижу. Рыбина, можно ее поймать, приготовить и съесть на крайний случай. Смотри, еще одна. Одна для тебя, одна для меня и еще одна для Ма. Где третья? Ну, где-то она тут есть. Вау! Для Ма рака. О, рака. Есть только, я разбираюсь. О, кобик, кобик, кобик. Есть только, рак, рак. Да. Еще маленькие рыбки. На закуску просто. Для маленького, маленького. А на сколько на день мы взяли комнату? Можно продлевать каждый день. Да? Конечно. Даже платить надо, да? Нет, бесплатно. Тут все бесплатно. Главное только долететь сюда.